почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Дорогие слушатели, время отпусков заканчивается, но мы не собираемся грустить, ведь у нас есть прекрасная серия «Путешествие во времени» издательства ВИЧ. И мы прямо сейчас можем отправиться на один день в Египет времени правления Рамзеса II. Это 1250 год до нашей эры. Потому что это время наивысшего расцвета и величия легендарного царства. Книга известного египтолога Дональда Райана «Древний Египет за 5 дебенов в день» построена как путеводитель-рекомендация туристу во времени. В первой главе, собираясь в путь, путешественнику помогут понять египтян, подскажут благоприятное время для путешествия. Это конец Перета с середины ноября до середины марта и начало Шему с середины марта до середины июля. Объяснят денежные вопросы, и мы узнаем, что ценность товаров измеряется в стандартных единицах, наиболее распространенной из которых является дебен, равняющийся 0,91 грамма меди. Так, за один дебен можно приобрести мешок пшеницы двузернянки, полбы, один кувшин кунжутного масла, 25 литров пива, две утки, а за юбку и тунику нужно заплатить уже 20 дебенов. Также нужно быть готовым к смене привычного пищевого рациона. Хлеб и пиво – основная еда. Хлеб делают из полбы, и хоть по форме он разнообразен, есть и сладкий со вкусом меда и фиников, но для нас он покажется чрезмерно твердым. В муке остаются песок и камешки, которые постепенно стачивают зубы египтян. Из овощей лук, чеснок, огурцы, салат, латук. Также есть нут, фасоль, чечевица, горох. Традиционный обед египетского рабочего времен Рамзеса II состоит из нескольких свежих луковиц, огурцов, хлеба и кувшина пива. Конечно, еще есть и говядина, и свинина, и птица, и рыба, но это не каждый день. Египтяне – чистоплотные люди, а иначе нельзя. Окружающая среда благоприятна для мух, блох, вшей, всяких червей, паразитов, поэтому египтяне и избавляются от волос на теле, а люди с бородой практически не встречаются. Средняя продолжительность жизни ремесленника или крестьянина – 30-36 лет. Но представители высшего класса живут дольше. Так нынешний Рамзес II – 65-летний крепкий мужчина, и он 44 года на троне. Итак, читатель попадает в Мемфис, наслаждается его красотами, посещает пирамиду Хеопса, а еще захаживает в гости к египтянам, удивляется особенностям вступления в брак, играм, развлечениям. Когда вы, дорогой читатель, попадете на празднество, не пугайтесь, если кто-нибудь положит вам липкую конусообразную кучу жира на голову. По мере того, как он будет плавиться, вы почувствуете приятный аромат и освежающую прохладу в волосах. А еще вы побываете в Фаюме, Ахетатоне, Фивах, Нубии, познакомитесь с обычаями, богами и культурой Древнего Египта. А теперь настало время приобрести на память сувениры. Отрез льняной ткани, лист папируса, амулеты, ювелирные изделия. Но вот про обезьян, пожалуйста, забудьте. Этот сувенир хорош только для ваших врагов. Да, и египетские подушки тоже не берите с собой, ведь сделаны они из камня или дерева. Если вам понравилось, дорогие слушатели, тогда отправляйтесь с Дональдом Райаном в Древний Египет за 5 дебенов в день. До новых встреч! «Дай почитать».